На базе нашей организации работает национальная горячая линия по безопасному выезду и пребыванию за рубежом и противодействию торговле людьми. Мы предоставляем консультации как для граждан Республики Беларусь, которые планируют выехать за границу, так и для иностранных граждан, которые находятся на территории Республики Беларусь по вопросам выезда, въезда и пребывания на территории нашей страны. В период работы горячей линии за консультацией обратилось более 50 тысяч человек. Безусловно, ситуация, связанная с коронавирусом, скорректировала работу горячей линии. Но сегодня нам очень важно получить от наших партнеров обновленную информацию для предоставления качественной информации в период пандемии COVID. С началом пандемии COVID мы продолжаем поддерживать работу горячей линии, а также расширили ее спектр услуг. Предоставляется консультация по вопросам мобильности людей во время пандемии с учетом определенных ограничений, а также с учетом закрытых границ. Также хочу отметить, что при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии работа горячей линии продолжалась в период пандемии, и более 2000 консультаций было предоставлено. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить агентство США по международному развитию за их многолетнее сотрудничество с нами и партнерство. Такая поддержка не только содействует безопасной миграции, но также позволяет своевременно выявить пострадавших от торговли людьми. В период пандемии мы получаем разнообразные телефонные и письменные обращения. Среди них встречаются довольно часто вопросы, касающиеся паспортного визового режима при пересечении границ, пребывания иностранцев в Белоруссии во время COVID, трудоустройства за рубежом, заключения брака, туризм и другие вопросы. Мы также выявляем мигрантов, которые находятся в затруднительном положении. Например, не могут покинуть Беларусь в связи с отменой рейсов или ограничениями. И перенаправляем их в международную организацию по миграции для получения помощи в рамках программ МОМ.